2000 years later. Три кошары. Две кошары. И одна кошка. Суета. Мама. Если ты хочешь продолжение про трех кошар, тогда подпишись на канал, поставь палец вверх, чтобы я увидел активность, и тогда я сделаю продолжение. Три кошары. Две кошары. И одна кошка. Пеппа. Три кошары на самом деле очень добрые и отзывчивые животные. К примеру, в этот раз, после очередной гулянки, три кошары решили сходить погулять. Ну чё, пацаны, гулять идём? А то от вас прёт за километр. Мы всегда готовы. Сейчас только 5 минут полежим. Но я же вам говорила, не трогайте мяту. Целый ящик выжрали. Черти, блин, от твоей вони даже у коржа кукуха поехала. Посмотри на него. Да всё, встаём. Погнали. Ну ты чё, свинка? Чё орём? Да я застрял тут слегка. Увидел морковь, слюна потекла. Да я и прыгнула. 2 дня уже тут торчу. Ща поможем, не ссы. Корж, тащи бревно. Ща пихнём её. Так, ну всё. Напрягись там. Сейчас мы столкнём.